Амбика Ванг to celebrate a big mela. Это место не отлично от того места, которое находится в Амбика Ванге, куда все в Раджабасе сошлись для того, чтобы праздновать Амбика Мелу. That place is present in Gujarat and also present here. That lila is taking place here. Это место располагается в Гуджарате и также здесь. Just over here we'll go past the Vasudev Ghat. Неподалеку отсюда располагается Vasudev Ghat. Мы будем проходить мимо него. Where Vasudev Maharaj carrying baby Krishna from the prison cell of Kamsa. He carried baby Krishna across the Jamuna here to take him to Gokul. Вот через этот гад Васудев Махарадж, он перенесший Кришну для того, чтобы перевести его в Гокулу из Мадхуры. So, when Chaitanya Mahaprabhu, he bathed it first in Vishram Ghat, then he took a prasadam in the house of a Brahmin. Сначала Чайтанья Махапрабху... Sorry, he went to Adhikeshav, we'll go there next. Сначала Чайтанья Махапрабху принял омовение в Вишрам Гате, потом отправился в храм Адхикешава. Then he came back and took prasad in the house of a Brahmin. Потом вернулся и принял прасад в доме Брахмана здесь. And then in great ecstasy, Чайтанья Махапрабху took bath in each one of the 24 ghats along the Jamuna here. И после, испытывая величайшее эстетическое настроение, Чайтанья Махапрабху в каждом из этих гатов омывался по очереди. So, the significance of this place, this is an island in the Jamuna. Вы видите, здесь остров посреди Ямуны располагается. Sometimes the island appears and sometimes because of the water level it disappears. Временами этот остров из-за уровня воды становится видимым, иногда исчезает под водами. So once Parashara Rishi, he came here to Mathura and he wanted to cross the Jamuna. Однажды Парашара Риши, он прибыл сюда и захотел перебраться на другой берег Ямуны. So he took a boat that was being in the control of the daughter of a fisherman, the daughter of a boatman, sorry, and her name was Satyavati. И он нашел одну девушку, и ее отец, ему принадлежала лодка, которая располагалась на этом берегу. So when the Parashara Muni got into the boat with her and they were crossing the river, suddenly a very dense fog appeared. И Парашара Муни с Сатьявати, они залезли вместе в эту лодку, и когда они начали переплывать на другой берег, то появился туман. And they could not see anything. И он был настолько густой, что разглядеть что-то было вообще невозможно. And inspired by Yogamaya. И будучи вдохновленным Йогамайей, Парашара, духовной энергией Господа, he told that daughter of the boatman to pull over on this island here. Парашара сказал дочери лодочника припарковаться около этого берега. And there was so much fog, no one could see anything, and they conceived the child here on this island. И поскольку был туман, ничего не видно было, и такой благоприятный остров, они решили зачать тут ребенка на этом острове. And then, when that child was born on this very island here, и когда ребенок родился на этом самом острове, because he was born on this island, his name is Dwaipayan. Из-за того, что он родился на этом острове, его нарекли именем Двайпаян. And he quickly grew up and became very powerful Rishi, Krishna, Sri Krishna Dwaipayan Veda Vyasa, the compiler of all the Vedas. И он очень быстро рос, и ему дали имя Шри Кришна Двайпаяна Веда Вьяса, автор, составитель всех Вед. So Vyasadev, the author of all the Vedas, he was born here, he's a Brijbasi. Vyasadev Brajabasi, он родился здесь, на этом острове. Otherwise, how could he manifest Shrimad Bhagavatam? Иначе, если бы он тут не родился, как бы он проявил Shrimad Bhagavatam? So you can remember the glories of Srila Vyasadeva here as we go past his birthplace, and we'll go down to Vishram Ghat and hear more glories there. Поэтому по мере того, как мы минуем это место, можете пометовать о славе Шрилы Вьясадевы, и также мы проследуем мимо других гатов, которые будут располагаться по дороге к Вишрам Гату, к тому гату, который мы сейчас достигнем. As we're going past the ghats, you can see the signs on each ghat, which ghat we're going past, Nanda Ghat and so on. По мере того, как мы будем проходить различные гаты, вы можете видеть надписи Нанда гат и так далее, такой-то гат, такой-то, они все названы. Гору Премананде, Хари Дива!